Спецподразделение японской железнодорожной корпорации JR West принесло извинения за то, что ее действия подорвали общественное доверие к безопасности поездов Синкансен. Согласно сообщению компании, неспособность экипажа остановить поезд, следующий из города Хаката в Токио, сразу после обнаружения неполадки, стала серьезной проблемой. 11 декабря японские СМИ сообщили, что в основании металлического каркаса одного из вагонов была обнаружена трещина длиной 44 сантиметра. Экипаж ощущал запах гари, но прежде чем остановиться для проверки, он продолжал движение на протяжении еще 3 часов. В тот момент в поезде находилось около 1000 человек. Неисправность могла привести к сходу подвижного состава и человеческим жертвам. Этот случай стал первым в истории серьезным инцидентом с поездами Синкансен.